Добро пожаловать в Банк Майами. Чем могу помочь? Я бы хотел обналичить чек и пригласить вас на ужин в ресторан. Фрэнк не учился на пилота. Вы настоящий пилот? Еще бы, милая. Осталось откидное кресло. Давненько я не летал. Не напомните, где оно? Фрэнк не учился на врача. Доктор Коннорс, вас вызывают в отделение скорой помощи. И на юриста. Неопровержимое доказательство того, что подзащитный лжет. Потому что Фрэнк — школьник, спецагент Хэнтрейти, ФБР. Здравствуй, Карл. Тебя поймают, как в Вегасе. Последнее слово за казино. Он летает по стране, выдавая себя за пилота. Тоже мне небесный Джеймс Бонд. Привет, киска. Это лучшее свидание за всю мою жизнь. Он малолетка, поэтому и приводов нет. 30 миллиграммов кодеина каждые 4 часа. Вы согласны? Согласен. Доктор Харрис? Да? Вы согласны? Согласен с чем, сэр? Мэм, ваш сын подделывает банковские чеки. Я бы хотел обналичить зарплату. Я подрабатываю в церкви. Скажите, сколько он должен, и я все оплачу. 1 300 000. Я выберу 8 девушек для программы обучения стюардесс Pan American. Южная Америка, Австралия, Сингапур. Сама авиакомпания не отличит их от настоящих. Чего ты хочешь? Извиниться. Ты ведь не извиняться позвонил. Тебе не с кем поговорить. Я ищу вашего сына. Я никогда не выдам сына. Вы не отец, вам не понять. Хватит за мной гоняться. Не могу, у меня работа такая. Основана на реальных событиях. Видишь, как на тебя все смотрят? Поглядывают и думают, куда ты сегодня направишься. Куда направляешься, Фрэнк? Леонардо Ди Каприо. Том Хэнкс. Фильм Стивена Спилберга. Сэр, мы его упустили. Нет, Карл, ты его упустил. С Рождеством! Я уже близко, и скоро ты сядешь. Сначала поймай. Поймай меня, если сможешь.